Как говорит моя героиня, вообще ей 30, но сейчас всего полгода, потому что заново пришлось учиться говорить, ходить, а сейчас она мечтает прокатиться на велосипеде. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Алевтина Ефремова. Модный и единственный в Рязани велосипед пока в гараже, но, судя по серьезному настрою хозяйки, ждать ему не так уж и долго. Всего несколько месяцев назад весь город переживал за Алю Ефремову. Радуясь каждому новому чуду, открыла глаза, приняла посетителей, впервые после аварии смогла сесть. Очень хочется, это, конечно, сейчас покататься на велосипеде, вот. Но я не знаю, когда это получится. Ну, по крайней мере, из одних моих желаний уже реализовалось то, что я села за руль. Алевтина Ефремова с детства отличалась неуемной энергией и любовью ко всему необычному. Если развлечение, то так, чтобы дух захватывало. Если машина, то непременно желтая. Родителям Али терпения не занимать. Дочка порой давала фору любому сорванцу. Я дралась очень много. Вот, меня выгоняли из многих школ. Из художественной школы выгнали. Музыкальную я закончила. Все хорошо. Против такой улыбки сходят на нет любые аргументы. Но не хотелось ей быть послушным ребенком. Пожалуй, только в институте неуемную энергию удалось направить в позитивное русло. И как ни странно, несмотря на все пропуски и что греха таить не очень ответственное отношение к учебе, ей удалось поступить в самые серьезные вузы, такие как МЕД и Радиотехнический университет. Аля остановилась на последнем. Никакими талантами я не обладаю. Ну, я имею в виду, что-то там создавать, что-то там творить, но, наверное, я не умею. Зато умеет собирать вокруг себя самых талантливых и активных. Конёк Алевтины Ефремовой – необычные социальные проекты. Самый известный – рязанская арт-лужайка. Тут в чем смотреть, измерять успех? Просто как бы в центр города, арт-лужайка, успех заключается там не в финансовом выражении, там, да, не в каком-то качестве там отдыха или, не знаю, ну, эмоций, там, не только в этом, да, просто успех, потому что все узнали, и все. Да, если эту цель преследовать, то арт-лужайка, конечно, самый успешный проект. Стретчинги, пленэры, танцевальные мастер-классы и в первую очередь кинопоказы под открытым небом стали настоящим творческим пространством и местом для романтических свиданий. Конечно, я даже, ну, не боюсь размышлять в масштабах, что, ну, ладно, ладно, Россия, давайте, у нас планета вся, что за география, как Россия, ну, там, ну, как бы я не боюсь мечтать о том, что и задумываться о масштабах не только Рязани, как бы это не страшно, а вопрос в том, насколько это эффективно, там, выстрелит, нужно мне это или не нужно. Алевтина Ефремова из тех, кто, не раздумывая, закинет в чемодан пару футболок и с билетом в один конец отправится, например, в Париж, чтобы потом на дорогу домой зарабатывать пением на Центральной площади. Бывало и такое. Объехав более 10 стран и примерно столько же городов России, активная девушка решила в этом году устроить экскурсии по миру для рязанцев. Тема арт-лужайки нового сезона «Вокруг света за 75 дней». Кастинг какой-то, я там вот ты, нет. Ну, по внутренним просто ощущениям. Мы сходимся, да, и начинаем работать. Проект «Мечта в подарок» из разряда «Невозможное возможно». До недавнего времени экстремальные и эмоциональные развлечения были уделом крупных городов, таких как Москва или Питер. Благодаря Алевтине теперь сертификат на отдых можно обналичить и в пределах скромных рязанских просторов. Полет на параплане, хочешь там тайский массаж, хочешь там экстремальное вождение, хочешь там спа-процедуру, там, ну, в общем, там где-нибудь 5-10 таких впечатлений разных. И человек ударит, и он сам выбирает, что он хочет. Там и экскурсии были, там в киногород куда-нибудь, в Москву. Ну, что-то такое необычное. Are you ready?
Друзьям Али приходится очень напрягать фантазию, чтобы удивить ее саму. Тоже, ну, на самом деле, очень приятно всегда, когда друзья там индивидуально для тебя там что-то создают, клипы там или там песню, да, музыканты играют. Это тоже сюрпризом, очень всегда приятно запоминающийся. Вот. А вот из последнего, когда последний день рождения, они меня отправили в Крым. Вот это вот прям было очень, самое главное, неожиданно. Обычно я все равно предвкушаю, ну, я примерно по поведению друзей понимаю, что они затеивают. Последние полгода стали настоящим испытанием для всех. 20 октября по дороге из Москвы разбилась близкая подруга Али, Екатерина Худякова, одна из активных участниц арт-лужайки. Эту страшную новость девочки Алевтина Ефремова, Юлия Пескунова и Елена Рождественская отправились обсудить в кафе на площади Театральной. Для Лены это был последний вечер. Я помню это утро этого дня. Я не знаю, почему как-то выборочно память выбрала, что ей помнить, что не помнить. Я помню утро этого дня, там где-то до 12 дня. Потом ничего не помню. И помню вечер, где-то с 7 вечера, ну, может быть, там с 7-8. Вот как раз до 12 ночи. Причем в мельчайших подробностях. Я поэтому не понимаю, почему я день не помню, днем ничего не, ну, как бы не случалось. Я с какими-то людьми встречалась, общалась, созванивалась. Они мне рассказывают, я говорю: ребят, не знаю. Алевтина получила тяжелейшие травмы. Разрыв печени, ушибы внутренних органов, переломы обеих ног и левой руки. Потеряла несколько литров крови. Врачи делали все, что могли. Сначала услышала, ну, мамин голос. Глаза-то я как-то, по-моему, не очень-то открывала. Я просто слышала. Ну, видно, я открывала, но просто не помню этого. И что-то видела, что кто-то там в масках передо мной. Кто это? Целый месяц интернет сходил с ума. Сотни добровольцев сдавали кровь, создавали блоги в поддержку пострадавших. Друзья и знакомые выкладывали новые сообщения о состоянии девушек. Врачи там хорошие очень. Они приходили там по утрам все время обход, навещали. Что-то даже спрашивали, ну, когда я пришла уже в сознание. Я им там записки писала, ну, уже когда могла писать. Говорить нельзя было, а писать можно там. Они тоже надо мной, ну, так шутили там иногда. И, ну, добрым утром там какие-нибудь гостинцы приносили тоже. А самая активная девушка не могла даже самостоятельно сесть. Только закрывала глаза и двигала пальцем на правой руке. Маме пришлось придумать целую систему для общения с дочерью. Она проговаривала алфавит, Аля моргала на нужную букву. И вот так вот мы составляли слова, вот первое, что я у них хотела спросить. Но, правда, была засада в том, что то я не успевала, мама быстро начинала, там, ей хотелось быстрее слово составить, она там, а я не успевала моргнуть на нужную букву, она проходила, то она забывала, какая была предыдущая буква. Свою новую высоту она взяла спустя пару месяцев, когда с неизменной широкой улыбкой лично вручала подарки победителям конкурса на лучшую дизайнерскую елку. Этот проект был запущен накануне аварии. Друзья решили во что бы то ни стало продолжить дело Али, несмотря на прогнозы. Выехала первый раз вот на награждение, как раз в 5 мол. Мы поехали 9 января. Это меня друзья вывезли на коляске. Там, вот, и там рассекали по всему торговому центру. С недавнего времени, признается Алевтина, отношение к некоторым вещам стало проще. Сейчас главное восстановить здоровье. Но Аля бесспорно молодец. Модный лук, улыбка, и она снова готова хоть к интервью, хоть к выходу в свет. На данный момент моя личная жизнь с момента как бы аварии, да, она полностью изменилась, как минимум. Вот, кардинально, да. Не могу сказать, что она есть или ее нет, просто она стала в таких людях, как мои родители, мой брат и самые близкие друзья. Она хорошо поняла разницу между реальной помощью и видимостью участия и знает, насколько важно родителям погибшей Лены внимание сверстников и их дочки. Глубоко любящие и там верующие, например, есть люди там, а какие-то банальные вещи, типа подай стакан воды, лучше пойдет, помолится и скажет: Господи, подай ей стакан воды. Вот, они не сделают для ничего. Сейчас Аля мечтает о самых простых вещах. Снова научиться хорошо ходить, бегать и вернуться к привычному ритму жизни. Будут и любопытные проекты, но эти секреты мы решили не раскрывать. Просто желаем ей удачи во всех начинаниях.